calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings accrue. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I can never be you. Многим почему-то не нравится Атриум. Не знаю. По-моему, выглядит прикольно. Можно сказать, что Курское — это то место, из-за которого я в свое время переехал в Москву. Такое ощущение, что раньше здесь все выглядело несколько иначе, но в свой первый день в Москве я залез на эту штуку, потом на этот навес, потом по трубе сюда и в это окно с букетом цветов. И был нахрен послан. 8 лет назад в этом месте у меня душа разорвалась. Сейчас не чувствую вообще ничего. Один человек максимально не понимает, почему я делаю некоторые вещи. Я записываю песню про лося. Зачем? Я поехал в Уфу на кабельное ТВ. Зачем? Я уверен, что то, что я делаю сейчас, тоже вызвало бы этот вопрос. Какого хрена снег пошел? Где я? Ты в метро. Зачем я здесь? Собирать людей, заинтересовывать их, чтобы они собрались и посмотрели выступление команды «Квн-борцы». Сколько ты мне заплатишь? Аня, пойдем, наш выход. Пойдем. Все. Сколько ты мне заплатишь? Я ничего не слышу, Никит, не слышу. Сколько ты мне заплатишь? Сколько ты заплатишь мне? Итак, четверо. В обалденной физической форме, мужика, в трико, со своими лучшими номерами. Мне кажется, я не так объявляю команду КВН. Люди, которые просто проводят мимо сейчас эскалатора, могут не понять, что здесь будет происходить. Это команда КВН «Борцы», «Северный десант», «Сургут». Приехать на Курскую, чтобы в метро, бесплатно, побыть конферансом у команды КВН, почему бы и нет? На самом деле, обычно, чем страннее звучит предложение, которое я слышу, тем больше вероятность, что я на него соглашусь. Убегаю от снегопада, пока с переменным успехом. Хочу попробовать такую идею. В комментарии под этим видео вы можете написать полнейшую дичь, максимальный трэш, который придет в голову. И тот комментарий, который к моменту выхода следующего видео станет самым популярным, который наберет больше всего лайков, получается, через одно видео я в видео озвучу как-то. То есть не просто прочитаю его как комментарий, а без акцента в свое повествование включу. То есть, если вы хотите, чтобы я сказал какую-то бредятину, просто напишите ее в комментарии, если он станет самым популярным, она прозвучит каким-то образом. Мы должны были встретиться с Митей Метеором на Алексеевской и зайти в магазин, в который ему нужно зайти. В итоге я приехал сюда, а он из дома даже не вышел. И решил использовать меня как бесплатного курьера. Это не дело, Митя. Я тебя на весь YouTube попозорю. Магазин очень крутой, но час жизни просто улетел нахрен. Что это, царапина какая-то? Час жизни просто улетел нахрен. Как настроение, Байкалочка? Что, дурак, что ли? Как настроение, Байкалочка? Ты же понимаешь, что сейчас все 200 зрителей этого видеоблога смотрят на тебя и делают вот так? Почему? А ты просто нажаловался, потому что как, да, как нюня. Я получил... получил удовольствие, во-первых, потому что не поехал. Ну и попросил тебя как друга помочь. Я собирался ехать, но у меня не получилось. Не вини меня. Просто не вини меня. Ну иди сюда, братуха. Смотри, все-таки пришел. Привет. С днем рождения. Савиньон Блан. Смотри. Савиньон Блан, Новая Зеландия. Нормально это подойдет. Ты офигеешь с него. Холодненького, да. Желательно новозеландского какого-нибудь.
Ты первый. Что тебе как делать? Просто рот подставляю там, чтобы рот у тебя как бы... Ты включишь? Да, я включу. Только не мочи. Ага. Нет, спроси, да. Зачем это? Я так не буду делать. Илюха, мне понравилось. Давай ты попробуй. Нет. А ты так сел, меня не будет видно. Он увидел, сказал, сделай мне нормально. На видео. Нет, так тоже плохой ракурс, я буду такая. Мне нормально, сними. Стрижь, ты будешь злиться, когда увидишь этот ролик. Че? Проходку сними. Смысл такой, что ты... я сейчас так отвернусь, а ты меня зовешь и говоришь... Слушай, а что такое Hugo Dictionary? Hugo Dictionary? Да. Давай. Илья! Что такое Hugo Dictionary? Hugo Dictionary очень просто, бро. Это вот это. Ты снял? Да. Ну это все. Все, с днем рождения. Спасибо, что пришел. Вечер крайне продуктивный, я успел накидаться, успел протрезветь. Времени зря не теряю. По традиции небольшой отчет, что у нас происходит с подготовкой к съемкам. Мы определились с точной датой, это 11 марта. Но из-за этого у нас летела площадка и срочно нужно искать новую. Айдар Гараев, которому брошен вызов, в эту дату занят. Нужно искать тоже какого-нибудь гостя. И по-прежнему нужно найти звукорежиссера, который будет писать звук. Мне сейчас немножко нервно, есть ощущение, что все потихоньку разваливается. За несколько дней нужно успеть все это дело залатать. Moscow City, кстати, это Moscow City. Да нет, для выдрена, для выдрена. Ну хотя, если хотите, чтобы он подписался, надо. Ну мне есть что сказать, да. Давай. Пишу. Виталь, давай, завтра я тебя жду. На дискотеке. 12 часов в доме КВ. Да, подписывайся на наш канал, ставь лайк. А я лучше тебя отзвукарил сегодня, прикинь. Да. Все, давай.